Наш военнослужащий в возрасте 19 лет, мы не будем называть и квалифицировать этот случай, но он погиб. Погиб в городе Кишиневе, там, где эти летние лагеря, рядом со Ставкой. Парень из Копчака. Вчера в 11 часов утра это произошло. Наши специалисты выехали, первый зам Башкана там, с УВД, с военкомата. Мы созвонились еще и с депутатом Народного собрания Гагаузии от Копчака господином Горизан. Он тоже будет там. Детали предварительно мне известны, но об этом пока не будем говорить. Значит, наша комиссия туда выйдет и сделает публично, открыто доступ информации, чтобы никто на этой теме не спекулировал. Это первый случай, и очень жаль, что так случилось. Молодой парень, 19 лет, в вооруженных силах.